Главный среди потомков Туя, Асель Туй, живет недалеко от мыса Гарагаси. Из поколения в поколение он и его семья хранят истории той дружбы – папуаса с белым человеком. Словно с луны, спустившимся на этот далекий остров. Асель Туй основал деревню и тоже дал ей имя русского ученого. Я выбрал это место для деревни Маклая, потому что мои родители наказали мне перебраться сюда и присматривать за монументом. Много ли нужно для счастья? Что делает меня счастливым? Вот если вы скромны, ваша скромность делает меня счастливым. Если вы несете в себе доброту, я буду счастлив.